14 декабря в Казани подвели итоги 13-го республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана». Он проходил в течение года с 1 января 2017 года. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Миниханов, который отметил, что за 13 лет конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий в сфере инноваций. Награду удостоили 139 конкурсантов по 8 номинациям, из них 33 представителя Казанского федерального университета, преподаватели, студенты и даже учащиеся лицеев КФУ. 139 победителей, 33 победителя представляет Казанский федеральный университет. Это как люди, подавшие на конкурс через УИР, так и подавшие самостоятельно. В прошлом году из 143 победителей было 17 наших, в этом году уже из 139 – 33 наших победителей. И надо отметить, что растет еще количество заявок, поданных на программу «Старт-1» и «Старт-2». И здесь, вот, допустим, по сравнению с прошлым годом, у нас уже 4 победителя. Это где уже идет финансирование в размер до 4 миллионов рублей. Подобные мероприятия позволяют школьникам, студентам, молодым ученым параллельно с учебой развивать собственные проекты, пробовать себя в инновационном предпринимательстве, выстраивать рабочие отношения с вузами, государственными органами и бизнес-структурами. На самом деле моя юность не сколько даже не украшает проект, сколько это дает ему такую слабость, потому что на самом деле самые лучшие идеи, они зарождались еще раньше у людей. Мой проект представляет из себя неинвазивный глюкометр, сагметр. Что такое неинвазивный глюкометр? Инвазивный глюкометр – это устройство, с помощью которого вы сможете измерить уровень сахара в крови без крови. Проект, он инновационный тем, что он позволяет все-таки включать молодежь в участие в научной деятельности. Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится с 2004 года. Его цель – стимулирование инновационной деятельности, пропаганда интеллектуальных достижений специалистов научно-технической сферы, содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России и зарубежных стран в решении научно-технических и социально-экономических задач Республики. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.